Здравствуйте, это магазин «Горные вершины», меня зовут Евгений. Сегодня я вам покажу, как правильно поставить крепление на горные лыжи. Существует несколько способов установки креплений. Самый распространенный и самый удобный – установка с помощью кондуктора. Также можно поставить ручным способом. Для этого необходимо запастись линейкой, карандашом и терпением. Сегодня буду показывать, как правильно поставить крепление с помощью кондуктора. Для начала нам нужно определиться с местом установки крепления. На каждой лыже есть отметка для установки, рекомендованная производителем. Понятное дело, что новичкам рекомендуем установку крепления именно по ней. Опытные лыжники могут смещать крепление относительно этой метки либо вперед, либо назад. При смещении крепления вперед относительно этой метки у нас улучшается показатель маневренности лыжи. Ну а при смещении крепления назад у нас улучшается показатель устойчивости лыжника на скорости. После определения линии установки выставляем показатель длины подошвы на кондукторе. Чтобы самостоятельно не мерить, производитель позаботился об этом и указал параметр длины колодки на ботинке. После того, как мы зафиксировали длину на кондукторе, устанавливаем его на лыжу. Совмещаем линию середины ботинка с нашей установочной отметкой на лыжи. Перед началом сверления нам нужно определиться с размерами сверла. Опять же, производитель об этом позаботился и указал размеры сверла на лыжи. Для установки по кондуктору необходимо использовать специальное сверло с ограничителем. Ну, пожалуй, приступим. После сверловки нам необходимо снять фаску на отверстиях с помощью специального сверла. Перед тем, как прикрутить крепление, нам необходимо добавить в отверстие немного ПВА. Большой крестовой отверткой прикручиваем крепление. Болтаем без геройства, протягиваем без фанатизма. После того, как мы установили крепление, необходимо произвести настройки. По настройкам крепления у нас будет отдельное видео на нашем канале. Вот, собственно, и все основные моменты по установке крепления. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии, либо звоните к нам в магазин. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Это был магазин «Горные вершины». Меня зовут Евгений. До новых встреч!